искала, ну, работу именно в отделе HR довольно долго. Ну, то есть, ну, можно сказать, со студенческой скамьи. Лет 5. До того, как я пришла в компанию, в которой я работаю на собеседовании, я была подряд на 9. Каждый день у меня было новое собеседование. От участия в проекте я ничего не ждала. Поэтому я просто расслабилась и подумала, что это будет один из вариантов поиска работы. Но, к счастью, уже через месяц участия в проекте мне перезвонила компания, в которой я сейчас работаю. Я ходила на курсы по HR. Я учила английский. Я делала те шаги, которые меня приближали к тому, чтобы работать в большой компании в отделе HR. Да, это было сложно, но это реально. И я думаю, что если вы захотите, то у вас это получится. Спасибо проекту «Все разные, все равны». «Все разные, все равны». Проект продолжается. Резюме участников на tvrain.ru. Возможности есть.